Щебетание лесных птах на пепелище. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. В выходные зареченцы сожгли несколько сотен квадратных метров реликтового леса. Распространялся огонь очень быстро, поэтому сама почва здесь для распространения такая самая благоприятная, и поэтому темпы были, скорость распространения была очень высокая. 20 человек, 6 спецмашин, тонны воды. Несколько часов боролись люди с рукотворной стихией. В то время как пожарные отряды МЧС, комбинаты благоустройства, спасатели сражались с огнем, на всю эту людскую суету с невозмутимостью взирал истинный хозяин зареченских лесов. И вот с этого пригорка, люди здесь работали вот на этом участке, в принципе, с этого пригорка, лось, таким оценивающим взглядом оценивал вот этот участок, такое ощущение, что было, это дает оценку плодам жизнедеятельности, наверное, вот жителей нашего города и ихнего. Таким обзорным взглядом, что здесь творится, никаких без суеты, без ничего, длительное время простояв, ну, вот, ребята говорят, что мы даже и удивлены были. И таким же образом, развернувшись постепенно, в том направлении покинул вот это место. Вот это такое ощущение сложилось, что он дает оценку человека, вернее, зверь дает из своего мира, как мы здесь творим такие вот безобразия. Рабочая карта у директора управления гражданской защиты как оспинами испещрена отметками очагов пожаров. В лесном массиве за городским санаторием-профилакторием, в районе автозаправки в 18-м микрорайоне, за 58-м кварталом пятна расползаются в большие красные кляксы. Именно там происходили самые крупные возгорания. Сотни квадратных метров лесной подстилки вместе с миллионами насекомых и тысячами цветов и кустарников, многие из которых занесены в Красную книгу, погибли в одном только лесу за профилакторием. Причина, как ни странно, это человеческий фактор. Потому что те свидетельства показывают о том, что даже 20 числа здесь рядышком с этим участком видели установленную палатку. То есть люди приходили, отдыхали, жарили шашлыки. И самое удивительное, что и 21 числа, половина 6-го, первое подразделение пожарной охраны, когда сюда заезжали на этот участок, обнаружили тоже двоих мужчин, которые готовились к разведению, то есть к встрече своей, наверное, основной массы для того, чтобы провести свой досуг. Зареченский лес – памятник природы, особо охраняемая зона. Природа, конечно, возьмет свое, затянутся раны, нанесенные огнем, но следы буйных гулянок горожан надолго останутся на вековых корабельных соснах и белоснежных стволах берез. Станислав Корякин, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».